Hi people, мы в лесу. Спросите, что мы здесь забыли. Мы спросим у вас. Смотри, какой мох красивый. Мы ничего у вас не спросим, мы покажем вам мох. Красивый зеленый мох. Там. Мы с Виталем поднимаемся на вершину какую-то. Хотим посмотреть, что там наверху. Нас сюда занесло не по случайности. Это Виталь меня затянул. И тут какие-то типы. Блин, мы их потеряли. Они тоже сюда пришли пофоткать вот эти все подснежники и всю эту красивую хренотенюшку. И мы поперлись с ними. И я, кстати, отжал у одной девочки шапку, потому что мне было холодно. Вот так. Я просто у нее спросил, ей нужна шапка? Она сказала нет. И я такой, ну и все, и она отдала шапку. Фух, я уже задолбался бежать. Какое старое дерево. Снять. Так, все, мы на дереве. Короче, харе тут лазит. К вершине осталось совсем чуть-чуть. Да, блин, чуть не убился. Это так опасно. И что тут? Тут поле. Гнездо. Никого нет дома. Все птички улетели. Лесной воркаут. Лесной паркур. Вниз. Мы вообще думали, сегодня погода будет теплая, как вчера. Вчера было классно, солнечно. По-моему, после спуска с горы уже не холодно. Ты знаешь, да, что? Просто здесь не дует, это раз, и мы уже как бы пробежались, нагрелись, нормально. Вот, кстати, девочка, у которой я отжал шапку. Что ты можешь сказать по этому поводу? Тебе не обидно? Тебе не холодно? Все хорошо? Ты боишься камеры? Немножко. Почему? Зря. Ну, мне просто в голову не приходит, что сказать по этому поводу. По поводу шапки? Да. Не знаю, можно сказать, у меня такая холодно. Классная шапка, мне не холодно. Все равно. А мне теперь тепло, мои ушки согрели. Как классно. Ухи-ухи. Итак, и куда мы сейчас идем, я не знаю. А где они пошли? Но тут все так красиво, все в подснежниках. Мы там. Смотрите, какая дальше. Грязь. Видите, какая красивая грязь? Ну. Божечки, я такой красивой грязи никогда не видел. Это прелестно. Это грязище. Класс. Ну. Мы пошли дальше и поднялись вверх. Но это не все. Еще много красивых цветов. Видите, еще не все так угловенько, как кажется. В общем, мы потопали. Ай, ветки! Потопали дальше. И как вы видите, мы догнали нашу Тиму, а то они и волновались, хотя мы потерялись. Фу. А там пилят деревья, вот так берут нах и пилят, просто уничтожают. Не будет деревьев, как без деревьев? Сука, как? Нам нужен воздух, без деревьев воздуха не будет. Будем дышать углекислым газом несколько минут, а потом умрем и все. А так все будет, когда не станет наших зеленых друганов.
Короче, хочу на тот мостик. Погнали к мостику. Та-дам нах, я возле мостика. Вот он, опасный. Разваливающийся. И бог, что я могу упасть. Вообще бог. Что тут падает высоко? Зачем тут украинская символика? Зачем? Зачем тут украинская символика, ты знаешь? Зачем тут флаг нарисовали? Я понял, это для вельчиков, чтобы на великах тут вот. Круто, потому что там еще один мостик. Стопудово тут катает на великах. Надо будет как-то с ветром приехать сюда на Бэйме покататься. Ветль, давай, делай Бэйме, переедем сюда кататься. Ты понял? Мы снимаем друг друга? Это странно. Это странно? Это странно. Это странно. Надо идти отсюда. Типа, у меня возникла проблема. Посмотрим, ветер справится с ней или нет. Я прошел удачно. Не, на велике я тут ездить точно не стал. Зря. Вот просто не стал бы. Можно достроить и покататься. А? Ходить не очень хочется, а на велике так тем более. А нам прикольно ходить. Это был бы прикольный кадр. Шли в лес, мы нашли пробитый мяч. Че, футбольчик? От него почти толкового ничего не осталось. Толкового? Ну да, но его еще можно буцать просто так, и тебе будет не так скучно идти. Вот это годнота. Ветль, пасок, пасок. А-а-а! Смансил. Вот это развлечение. Прощай. Он уже улетел, все. Ты снимаешь, да? Она снимает. Прикинь, она снимает. Офигеть, а тогда технологии дошли. Я смотрю, стою на огонь. Пью чай. Пью чай Ветеля. Ветеля чай пью. Ветеля. Давай мне чай, брат. Вот этого типа. Чай вот давай мне, брат. Он печенье жрет. Чего это хлеб? Это будет тосты? Это сожги его. Раньше люди собирались и на кострах сжигали других людей. А мы сжигаем хлеб. Не. Я быстро бегаю. Это полезный навык. Очень полезный. Я, кстати, выигрывал много соревнований по бегу. Да. У меня второй разряд по бегу. Так что бег – это сила. Я думал, ты умеешь. Смотрите, что получилось. Он подзажарился. Он несъедобный. Хана этому хлебу. Вообще все. Да ну, лес не можешь кушать. Скушай, да, скушай. Ладно. Вот так оно все здесь происходит в лесу. Ну, вы так скривили. Там еще, кстати, есть крутой карьер. Мы когда будем возвращаться, мы Светом вам его покажем. Может, даже спустимся туда. Там вообще так все четенько, так круто. Да. Колбаса. Блин, колбаса. Колбаса. Мы покинули костер. Возле костра было так тепло. А сейчас мы идем, ветер дует как-то прохладненько. Такая тропа стрёмная, как в каких-то фильмах. Да. Но на велике бы тут было круто полетать. Чё за кипиш из-за палки? И сейчас... Да, стой! И сейчас мы... Место к тому карьеру. Он хотел меня убить, это сука. Я с ним еще дружу. Да тут ты смоешь дома, замедлить и так палка полетает. О-хо-хо-хо! Какой видеоэффект. Короче, двигаем к карьеру. Я уже хочу вам его показать. Он такой крутой и здоровый. Это огромная дыра. Огромнейшая дыра. Дыры. Дыры. We'll be right back.
тебе обещал, я показал, как я верну нас спускаться. Фух. Так задолбался сюда вылазить. Я на такую гору выперся, чтобы сократить путь и в обход не идти. Это хана. Но был бы квадрокоптер, было бы намного интереснее. Можно было бы полетать там. А так нифига. Ну чё, насобираю на квадрокоптер, и будут крутые видосики с помощью квадрокоптера. Можно будет кучу всякой шняги интересной снимать. Ну а пока буду возвращаться к Веталю и Ангелине. А то еще ей надо шапку отдать. Мы уже добрались к городу. Мы на Раковке сейчас. А вы тогда когда ездили, вы заливали видосы с телефона? Да, нет. Не, я на плеере монтировал видосы туда, через iMovie. Не, вообще, по идее, мы могли типа скачать студию, YouTube и заливать телефон. Да. Это мы вспоминаем про наши летние каникулы. Как мы ездили по Украине. А сейчас мы идем к бабушке Веталя. Я не знаю, зачем я туда иду. Зачем я туда иду? Блять, потом до меня надо. Потому что мне, блядь, потом к нему надо. А так-то, сука. Да? А так. Да, скинуть флешки, все, порешали. В общем, там еще можно будет выпить чайка и чуть-чуть отдохнуть. А то мы задолбались там лазить по этому лесу. Особенно я задолбался вылазить на гору, блядь, чтобы показать карьер. Фух, там сколько лес пришло. Мутанский карьер. Зато он такой впечатляющий, дырка большая. Огромная дыра, дырище. Шлюха, карьер, шлюшка. Так. В общем, все, идем к бабушке. К сурово, к бабуське. Интересно, она откормит Ветра сейчас по-быстрому? Да. Все же бабушки кормят своих внучков. Сейчас Ветра только залетает, ему такая сосиска в тесте, так в рот. Сосиска, ты что за чувак, блядь, походу переборщил, сосиска. Ну а почему его и нет? Кто-то в комментариях по-злому посылает сосиску. Мы уже у бабуськи. Я же говорил, я чувствовал, Ветра будет кормить. Я снимал. Вот хавка. Он уже там просматривает видосы. Надо было на улице смотреть, там фокуса нету. Ну типа понял? Не понял. И на передний план, а фокус где-то был сбоку. Короче, меня под шумок тоже решили покормить. Я буду тоже тортик есть и кофе пить с молоком. Ладно-то, не зря зашли. Все, пока буду лопать тортик. Вышло солнце! Виталька, ты удивлен? Конечно. Я так офигел. А кстати, я Виталя отжал всех снубэк. Я люблю людей отжимать вещи. О, Арчик. Мы пришли к Димону, я решил его навестить. Арчуха. Видели, какой Арчик? Агрессивный может быть. Опасный Арч. Ладно. Позовем пока Димона. По-моему, он нас не понял. Арч. Стоим возле днища, в котором мы втроем учились. Это не весьма впечатляющее место. Это сейчас оно еще выглядит лучше, чем раньше. Да прикиньте, что было раньше. Но тем не менее, это место дало мне и пацанам хоть какое-то среднее образование. Дадам. И подарило массу хороших впечатлений. Я не знаю, что можно еще хорошего сказать об этом месте. А, мне тут нравилось в баскет играть. Вот это, кстати, наш зал. Их сейчас нас туда не пускают. А хотя, когда мы уходили нах, нам сказали, двери школы для вас завжди відкриті. Нихера, сейчас не пускают. Нас жестоко обманули. Ну что, а на этой эпической ноте... Добавляйте, жду там всех. Пока.